Фиксатор стопы представляет собой вот такой двухклапанный чехол. Нижний клапан предназначен для крепления на педали подножки. Верхний клапан предназначен для фиксации самой стопы. Устанавливается на подножку фиксатор следующим образом. Надели на саму педаль. Чтобы у нас фиксатор не сползал, мы его фиксируем вот такой липучкой. Вот. Теперь у нас наш чехольчик плотно сидит непосредственно на педали и не сползает в разные стороны. Значит, перед тем, как сесть в коляску, нужно верхний клапан расстегнуть. Здесь сзади мы видим такая вот резиночка, чтобы у нас нога не сползала назад. Но на самом деле она и так не сползет за счет голенного упора. Но для того, чтобы нога не выпрыгивала вперед или в бок, мы вот фиксируем стопу вот на таких липучках. Делается это легко и просто. Вот второй клапанок у нас установлен ровно точно так же. Перед тем, как сесть, нужно фиксаторы расстегнуть. После того, как нога у нас на педали, ноги можно зафиксировать с помощью липучек. Раз. И два. Вот. Теперь у нас нога стоит очень плотно. Сзади поддерживает резинка. Вперед нога не соскальзывает, потому что здесь зафиксировано. Влево-вправо, соответственно, также нога у нас не ходит. И даже на кочках при спастике у нас нога не соскочит с педали.